Всем привет, дорогие друзья! В данном видеообзоре хочу поговорить с вами об одном очень интересном и уникальном проекте, концепция которого не только масштабна, но и невероятно полезна для всего современного общества, так как связана она не с какой-то одной отдельно взятой темой, а сразу с несколькими крайне важными и требующими перемен областями, а именно связанных с безопасной передачей документации в сети интернет, с платежными транзакциями и массовыми трансграничными платежами, для предпринимателей, у которых сотрудники находятся в разных уголках нашей планеты. Уверена, у многих из вас уже успел возникнуть неподдельный интерес к тому, чтобы наконец-то узнать, что же это за проект и в чем именно заключаются его особенности. Дамы и господа, рада вам представить FOSS Pillar, что в переводе с английского звучит как «четыре столпа». Знаю, для кого-то данное название покажется крайне странным, однако оно несет в себе свою философию, который, собственно говоря, и пропитан весь наш сегодняшний проект. И первое, с чего стоит начать, так это с небольшого уточнения, а именно с того, что FOSS Pillar – это цифровая платформа, разработанная на базе технологии блокчейн, которая в свою очередь стремится привнести в наш мир не только конфиденциальность, подлинность и безопасность, но и повысить общий уровень доверия в сети интернет, а также произвести так называемую оцифровку бухгалтерской книги, чтобы стороны, участвующих в передаче какой-либо информации или же документа, могли быть уверены как в его неизменности, так и безопасности. А это, как вы понимаете, в наше время встретить крайне сложно, особенно сейчас, когда уровень хакер-мошенничества представляет собой просто не наивысшую степень опасности не только для обычных пользователей, но и всех крупных предпринимателей и госучреждений. Но противостоять всему этому FOSS Pillar способен достойно, так как для этого командой специалистов был разработан специальный протокол, благодаря которому пользователи могут обмениваться друг с другом различными данными, используя при этом их личные блокчейн-кошельки, где одновременно в качестве защиты используются сразу как частные, так и публичные криптографические ключи, что я считаю весьма мудрым решением. Да что уж там мелочиться, так считаю не только я, но и целый Адриатический совет, который наградил доктора Тали Резуна, соучредителя FOSS Pillar, премией Beyond 4.0. За его самоотверженность, продвижение и достижения в области науки, новых технологий и инноваций, разработанных для платформы FOSS Pillar. Но на этом, как говорится, заслуги FOSS Pillar не заканчиваются. Наоборот, помимо его почтовой службы на базе технологии блокчейн, формируется еще и база конфиденциально зарегистрированных документов персонала, которые пользователи и будущие работодатели могут с легкостью использовать уже в своих рабочих целях, что в свою очередь снижает весь этот бумажный документооборот, который по своей специфике оказывает крайне негативное влияние на всю нашу с вами экологию. Ведь, как вы все знаете, бумагу люди до сих пор делают из дерева. Дополнить же все это и без того полезные процессы спешит и трансграничные платежи, с помощью которых, как я уже успел упомянуть, бизнесмен или же крупный предприниматель сможет одновременно отправлять своим сотрудникам заработную плату напрямую, не используя каких-либо посредников. При этом сделать он может это в разы быстрее и, обращу ваше внимание, на 80% экономичнее по сравнению с традиционными способами оплаты, что считаю весьма неплохо. Более того, поддерживать все эти вышеперечисленные процессы будет специально разработанный FOSS токен, собственно, в честь которого и был назван сам проект FOSS Pillar, что, я напомню, в переводе с английского значит «четыре столпа». На нем, как вы уже поняли, и будет держаться, основываться и развиваться вся эта уникальная многогранная и многофункциональная система. При этом обращу ваше внимание, что воспользоваться всеми этими преимуществами вы можете без каких-либо усилий, ведь работать с платформой не только легко и просто, но и, как вы понимаете, крайне безопасно. А это в наше время я считаю чуть ли не самым важным. Познакомиться же с проектом и всеми его деталями более подробно вы можете как через главный сайт, его техническую документацию, так и через его социальные сети, и в частности через официальный YouTube-канал, где вы уже самостоятельно сможете увидеть не только команду разработчиков, углубиться в детали и особенности каждого элемента, но и услышать много чего интересного, о чем я, к сожалению, не успела упомянуть в своем видеообзоре. На этом же мой обзор подошел к концу. Уверена, идея проекта FOSS Pillar вас не оставила равнодушным, поэтому вы с удовольствием продолжите с ней свое знакомство за пределами моего YouTube-канала. А на этом я благодарю вас за просмотр и желаю всем вам прекрасного дня и отличного настроения. Ведь с вами, напомню, была я, ваша криптоледи. Всем удачи и пока!